Дорогие соотечественники, в этом году мы отмечаем особую дату – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для нашей страны этот день наполнен особым смыслом. Это священная память о погибших на полях сражений. Это наша история. Это день гордости нашего народа за подвиг настоящих героев, которые отдали свои жизни ради мира для своих близких. Мы навсегда сохраним в наших сердцах память об их мужестве, верности долгу и любви к своей Родине. Дорогие ветераны, поздравляю вас с Днем Великой Победы. В первую очередь желаю вам крепкого здоровья, а также мира и добра. Пусть ваши близкие дарят вам любовь, заботу и внимание.